Да ты уже да, туда, короче, всем привет, так, с вами. Слушай, с вами Колян Тепловоз, Челев Николаевич, и мы, короче, это, мы сейчас решили заняться горным спортом. Да, ребят, а вот рандом. Меня слышно? Меня слышно? Да? Тебя на другом конце квартиры слышно будет, у меня камера, это, микрофон чувствительный. Да. Так вот, короче, этот рандом, ребята, посвящается всем, кому не повезло, кто 1 сентября идет в школу. В общем, такой сегодня хреновый день, 1 сентября. Но это самое. Вот специально для вас, чтобы вас хоть как-то развеселить, устраиваем этот рандомчик для всех, для тех, кто поступает только во второй класс и кто уже идет в девятый, как мы с Лев Николаевичем. А еще это рандом для тех, кто на автобусе забирался в гору. Вот примерно так это и выглядело. Ты думаешь, до нас были какие-то придурки, которые забирались на автобусе в гору? Да ну, на этом передушатнике, давай лучше на автобусе. Чем тебе пикап не понравился? Потому что это передушатник. Почему? Потому что Виталик назвал бы это передушатником. Хотя он все нормальные машины называет Виталик? На таком не ехал. Виталик ехал на этом, на Скании. Мы говорим об одном и том же Виталике или о разном? Я не знаю, мы говорим о том Виталике, который ехал на Скани. Так, про какого Виталика ты говоришь? Про Виталика, который ехал на Скани. Я говорю про Виталика, который Витас Калета. Это кто такой? Эй, не туда повернул! Сейчас немножечко срежем. Ой, 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 поломали, поломали. А, это знаешь, я как-то играл в одиночную игру, я такой в дождь заезжаю на эту гору, на этом, на бандиту, и передо мной разбивается самолет, кроп-дастер. Это в одиночной игре было. Лет 5 назад. Да. Вот здесь вот, вот между этих скал. А откуда он взялся? Прилетел. А, это кроп-дастер. Кроп-дастер. Побел на станции. Да. Что? Ты не там выпал. Рановато мы что-то. Да ну и так нормально. Только мне кажется, мы горим. А, ты тоже выпал. Ага. Я пойду к ближайшему транспорту. А, вон он. О, я за руль, я за руль! Да, я хотя бы пассажиром сяду. Садись. Ну ладно. Relationship. Заткнись. Ой, чуть не уебали вторую тачку. И сейчас мы ее точно уебем. Ух ты, не уебали. Катер! Эй, меня довези. А, нет, стоп, там что-то еще лучше. А как к этой машине подобраться? А, вот, знаю. Да. Блин, не там упал. Зеленая вода, ребят, нормально. Просто мы это, немножечко выпили водки, закурили марихуаной, так что... У тебя зеленая вода? Да. Нихрена себе. На мой монитор посмотри. Фиолетовый огонь, зеленая вода. Класс. Ребят, никогда не курите марихуану. Я устал бежать. Жиртрез, блин. Вообще бежать не можешь. Сервер перезагружается. Мы сломали еще один сервер. Короче, это... Нас кикнули. Нет, просто сервер заглючил. Да, ребят, еще. Сейчас рандомы по GTA San Andreas могут временно вообще приостановиться, потому что, ребят... В общем, я сломал San Andreas мультиплеер, меня забанили сразу на всех серверах, даже там, где меня не было. Я не знаю, что за прикол, если кто-то знает, что это и как это исправить, пожалуйста, пишите в комментариях, потому что у меня это уже не первый раз, на старом ноутбуке у меня было то же самое, просто ноутбуком я после того случая уже не пользуюсь, потому что им после того случая уже нельзя пользоваться. Слушай, Коля. Да? Кем ты меня хочешь видеть? Будущим священником или доктором? Ментом. Давай без выбора.
Хорошо, доктор. Да, я у тебя лечиться буду. Будешь лечить меня бесплатно. Давай, едь ко мне. А ты где? В каком городе? Ну, тогда быстро доеду. А ты рыжий. Отлично. А, рыжий! Кто помнит мой стрим по GTA San Andreas, все вспомнят, что за рыжий, почему рыжий. О, я фиолетовый. Да. Ты не фиолетовый, ты темно-розовый. Говнюк! Да что за прикол? Ребят, вот у меня сейчас реально забомбит, если мы опять вылетим. Да что за прикол? А-а-а, испугались. Оля, ты где? Где-то. Конкретно. Я не знаю, где. А. Сейчас я к тебе приеду. Я уже... Я не знаю, где я, но я сейчас к тебе приеду, братишка. Да, посмотри. Вот, ты далеко. Где ты? Вот, автострада. А, так я сейчас быстро доеду. Там разбитка. Неужели? А ты с автострады съезжай просто? На каком трамплине? Там есть трамплин. Едь по встречке. Попадешь на трамплин. Вон он. Прямо в дерево, хренак! Блин, если бы я еще на все колеса встал, это было бы еще круче. Шо? Мне кажется, но... Это... Француз. Нет, он из Бразилии. О, привет, Бразилия! Подожди, узнай у него, знает ли он английский. В Бразилии вообще-то все по-английски говорят. Не факт, есть и те, кто на этом... Бразилия, там все по-английски говорят. Бразилия, это ж Южная Америка, это Америка. В Америке все по-английски говорят. В Южной Америке некоторые говорят на... Что? Что происходит? Что случилось? Посмотри в чат. О, боже. Ну. Да, Коля, ты... А! Машина, крутая машина! Да ты вообще не туда едешь. Я сейчас просто из скорой выпрыгну и сам машину угоню и сяду, поеду. Ну и выпрыгивай. Я еду перед тем, как в аэропорт, за настоящей скорой машиной. А, хорошо, давай я тебя подожду. Только давай я поведу. Я доктор. Ты доктор, а я водитель. А, тут две скорые. И что, гонку на скорых предлагаешь? А! Что случилось? Ничего, у тебя машина просто летала смешно. Что, не получилось? Что не получилось? Все, ребят, мы спешим на вызов. Там двум людям плохо, они обкурились, мы спешим на помощь. Поехали за мной. В аэропорт. Так я еду в аэропорт. Ты чё, ты где? Ты не туда поехал, по автостраде быстрее будет. Надо было по автостраде ехать. Меня заносит из-за столбов. Надо было по автостраде ехать. Я тебе не указываю, я тебе говорю, что надо было делать в прошлом. Если бы я указывал, я бы говорил, что надо делать сейчас. Ну я же говорил, я уже в аэропорте. Ну ладно. Да, ребят, питерский человек и в аэропорте. Большой самолет! Я все могу, я в него сяду. Открывшиеся люди в другом месте. Сука, он не садится! Не надо. Дерьмовый самолет! Не надо строчить по клавиатуре. Дурацкий самолет, ты в него не садишься. Слушай, я думал, ты больных застрелил. Нет. Ты что, издеваешься? Тут никого кроме нас нету. А, ну да. Братишка, ты там на входе в аэропорт стой, это я к тебе сейчас... подлечу. Что? Я не знаю, я обкурился.
Сейчас я, короче, к тебе прилечу, я тебя заберу. Ты где? Я уже на входе. А, ну жди, я сейчас к тебе подлечу. Что происходит? Я вылетел. Да, нет, я не вылетел. Чё? Какого? Короче, возникла техническая неполадка, нам сейчас срочно нужно было спасать компьютер Льва Николаевича. Иначе бы он умер. Лев Николаевич, вы сейчас где? О, я выжил. Вы в аэропорту? Да. Прилетите за мной, пожалуйста. А, на чем и куда? На самолете. На мою метку. Приземлитесь там где-нибудь. Самолет большой? Да нет, маленький, двухместный. А, отлично. Давайте, я вас ждать буду, вы там найдете, где приземлиться. Я знаю, кто я. Ты вот тут приземлиться сможешь? Да. Да, я тебя жду. Приземлись вот сюда на пляж, на самом. Я уже на пирс. Я не могу на пирс заехать. Так, ладно, едь тогда на пляж в сторону маяка, я сейчас к тебе. То туда, то сюда, ну что ж такое? Технические неполадки в том, что нас с тобой забанили сразу на всех нормальных серверах, и мы вынуждены играть на этом говне. Это козлы. Ай! Я врезался. Ты так эпично вылетел, как я тебя видел сейчас. Не знаю, вперед. А, вверх! Вперед и выше, вперед и выше. Вперед и выше. Аккуратно! Молодец. 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 Налево. 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 Выше. Ниже. Направо. Налево. Не, нет, GPS-навигатор, он по-другому будет. Но он также надоедает. Я не надоедаю, я говорю, куда меня надо. Можно? Прямо. Налево. Ниже. О, компания. Это моя остановка, я выхожу. Лев Николаевич на своей воздушной маршрутке дальше полетел. Я остановился. В воздухе? Нет, едь. Едь ко мне. Еду. Слушай, вот это ведро, оно знаешь, как тяжело это самое разгоняется? Мне нужно время, чтобы доехать. О, слушай, на карте еще какой-то рядом транспорт. Может, я на него сяду? Не знаю. Да. К транспорту. Я должен его сломать, чтобы ты не сел в него. Что? Серьезно? Кривой комбайн. Так, теперь мне нужно первым добраться до транспорта. Нет, 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 нет! Давай! Ури! 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 Садись! Да! Я сел! Иди к черту! Нет! Говню! Ведро, ведро, разгоняйте ведро! Нормально ты меня кинул! Там твой самолет! Иди к черту! Где-то самолетом далеко ползти! Давай теперь я тебя покатаю. Давай, только мне надо выпить.
Сейчас я к тебе подлечу и вытащу. Я пьяный. Во-во-во, как этим говном управлять? Вот это реально ведро, я не знаю, как им управлять. Слушай, это нормально. О, воу, воу. Слушай, это нормально. А ты где? Серьезно? Стой, ты где? Здесь. Слушай, давай я зашлюбался. Да нет, мне даже интересно. Конечно. Подсаживайся, Джи. Да хватит меня стрелять. Никак, ты уходишь. Как я в тебя... Потому что ты в меня стреляешь. Как? В меня садиться не надо, в самолет садись. Да где не сесть? Так я к тебе вот подлетаю. Сейчас нужно найти взлетную полосу. Где ты ее найдешь? В лесу. Не знаю. Воу-воу-воу-воу! Упс. Я выжил! Да! Да как так-то? Да, я выжил! Ладно, братишка, я сейчас к тебе быстренько подъеду, я на мотоцикле без пробок. Там автобус сохранился, давай все-таки заедем на автобусе. Да иди ты. Да давай на автобусе. Это сложно. Для меня нет, я же тепловозыч. Хорошо, давай ты на автобусе, я на мотоцикле. Давай вместе на автобусе. Хорошо, давай на мотоцикле, но ты будешь ехать по... вместе со мной. Ладно. О, я взял мотоцикл Wi-Fi. Чего, мотоцикл Wi-Fi? Не, Wi-Fi. Wi-Fi? Почему Wi-Fi? Wi-Fi. Потому что на мотоцикле бесплатный Wi-Fi. Хотелось бы видеть. Так, короче, передо мной проскользни. Молодец. Ой, как за... А ты говоришь, не получится. У меня ж получилось. Да улетай ты вперед уже. Я так впереди. Подальше улетай, а то если я в тебя врежусь, то я вниз покачусь. Коля. А. Я подлагиваю? Да. Что? А надо было ко мне в автобус садиться. Если догоню, то точно тебя пристрелю. А как? Я же в автобусе. Я дождусь, пока ты выйдешь. Я тебе вообще сейчас дорогу перегорожу и все. Все, ты не проедешь. Это еще почему? Ты не пройдешь. Нет! 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 Фу! Да! Я живой! Но ты упал! Тебе заново заезжать надо, Заза. Ну иди ты к чёрту, я тогда не заеду. Я не пролезаю, я слишком жирный. Худеть надо, Биг. Автобусу моему надо худеть. А! Куда? Нет! Куда? За что? Почему? Куда? Что? Зачем? О, ну ты и пролетел. И встал на колеса. Да... Чё? Как он у меня на крыло залез, у меня вопрос. А, я понял, ты это... Сейчас я к тебе лечу. Ребят, никогда не управляйте самолетом после того, как появились на рекламе. Николай Николаевич, иммунитет от рекламы. Я просто иммунитет от рекламы. Я знаю, улетение. А женщину тебе можно? Да. Ну слава богу, хоть это можно. Да нет, просто интересно. На самый большой пирс. Да? Ладно, сейчас я вернусь. Я знаю. Ой.
карты. Ой, гребаный фонарик. Ща-ща, я быстро. Ты где взлетаешь? Я не взлетаю. Я по городским улицам просто сейчас доеду. Ты чё? А как ты на пирс? Там же не проехать. Я проеду, я же тепловозочек. Но это не тепловоз. Ну и что? Ну я же тепловозочек. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Что ты делаешь? Для того, чтобы ты не летучился. Так я же не разгоняюсь. Все равно малейший разгон и ты поднимешься. Малейший разгон и я все фонари сворачу. Что ты говоришь, я не проеду, да? А, здесь есть такое. Что ты там говорил? Я не знал, что ты сейчас проедешь. Я не взлетаю. Так я не взлетаю, я к тебе поближе. Чтобы тебе не так далеко бежать. Ведро ведром. Давай, так подсаживайся. Да я шучу просто. Да ты еще не сел? Так я думал, ты уже сел. Дверь закрыл бы за собой, а? У меня не закрыто. А, точно, мы же туда хотели. Я ни во что не могу врезаться. Во что я могу врезаться? В воздухе. Поезд врезался в дерево. О, машина моя. Снижаемся. В смысле, я пошутил. Ой, 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 ай, ой. В антенну. У меня она была. Текстурки, говно, текстурки. Все, прилетели, короче. Ты чего? Выходи. Садитесь, доктор. Доктор, с вами все хорошо. Мы просто сквозь машину ходили. А так ничего, все нормально. Не знаю. Вперед. Чего меня жопа шатается? Почему гидравлика? Аэродром, да? В аэродром. Нет, мы в другое место пойдем. Доктор, вы чё, обкурились? Доктор, вы обкурились, что ли? Ай! Ай! Чёрт! Я умер. Это было красиво. Ай, куда я пошел? Блин, ты умер? И, в общем, на этом мы... О, слушай, я этот нашел. Как он называется? В общем, на этом мы заканчиваем. Еще раз, ребят, соболезнуем вам то, что сегодня 1 сентября... Я эвакуатор нашел. Вот такой вот небольшой мы вам устроили рандомчик, чтобы вы не, совсем не унывали. И с вами были тепловозы Лев Николаевич, доктор Лев Николаевич. И всем пока.